Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 4 Баллада о Гейтуне. Короче, сегодня у нас, что будет такого интересного, у нас есть два выбора, Юсуф и Мори. Кому бы нам пойти с вами? Дайте-ка подумать. Последнее задание, которое мы выполнили из этих двух, это был Юсуф, поэтому, наверное, нам стоит пойти к Мори. К море. Почему все так тормозит-то? Ой. Одну минутку. Короче, давайте пойдем к море. О, Болгарин. Алло. Луис. Рэй, послушай, ты кинул меня, Луис. Да не, ни разу. Может, со стороны это так выглядит, но поверьте мне, я ничего такого не хотел. Ты кинул меня, блин. Теперь я тебя достану, козленок ты мелкий. Ты сдохнешь! Понял? Не-не, повторите еще разок. Пошел нахрен! Не, помехи какие-то, еще разок, пожалуйста, медленно. Козел! Ладно, пока. О, ну и болгарин, ну и болгарин. Чувствую. Не жить ему после таких слов потом. Как-нибудь другой раз. Короче, едем к Морри. Болгарин такой человек, который, видимо, не хочет слушать, а хочет сразу действовать. Номер 3. Да ладно, еще одна гонка сейчас будет. 32. 33. 30. Ну давай же еще разок. Давай. Ай, да пошел ты нафиг, Мори. Почему ты говнюк-то такой, а? Оу, извини. Иди в жопу, Мори. Это ты мне? Соображай, с кем говоришь. Не тебе меня в жопу посылать-то. Суди сам. Я тебе сильнее, летаю на крутых вертолетах, езжу на крутых тачках, трогаю красивых баб, а ты вообще такого не делаешь. Я ношу реальные брюлики. Как жизнь, Лу? Заново, давай. Слышь, Мори, я соглашусь с твоим братом, ты реально всех уже задрал. Я работаю в ночных клубах, тусуюсь с бандитами, я круглые сутки вижу всякую мразь, но ты переплюнул их всех. О, извини, прости, что пытаюсь воспитывать твоего любимого малыша и своего родного брата, который мне дороже жизни. Каким-то тут ты боком взялся. Что ты здесь делаешь-то, кстати? Знаешь, мне кажется, ты уже довоспитывался. Я в 17 лет получил срок за то, что шмальнул учителя, который мял сиськи моей маме. Меня уже пытались воспитывать, нифига из этого ничего не вышло. Так что давай. А знаешь что, ты, наверное, прав. Давай, брат, обнимемся. Давай обнимемся, я тебя люблю, правда, правда, серьезно. Просто понимаешь, я ревную, потому что ты... Ты встречаешься с Лу, с таким классным парнем. Меня зовут Луис. Так как хочешь. Я шучу, правда? Правда, прям пара тормознутых геев, честное слово, пора уже зажечь, не так ли? Ты тоже, Брюс, хватит киснуть, тут ты... Я тебя люблю прям как баба. Ты, точнее, как баба. Давайте, погнали. Вперед, Лу, на север Мидл Парк. Держите гарнитуры. Извините, я уж лучше буду думать о вас. Поезжайте на стоянку. А где она, кстати? Далековато. Ой, блин. Выгрызлась куда-то. У Лу? Ой, у этого. Морри офигенная машина. Весьма красивый цвет. О-о-о. Вот и парень с машинами. Смотрите, учитесь, ребят. Да, всю дорогу Морри глупые шутки говорил. Эй, друг, спасибо за информацию. Держи. Спасибо, братан.
Смотри, не трать все сразу, чувак. Эй, народ. Деньги решают все. Нажми на кнопку, подгони мне машину, друг. А, надо на стрелку держать. Подожди, пока Брюс сядет в тачку. Так, еще одна гонка, значит, да? Надеюсь, она будет офигенной. Поезжайте с братьями-кибуцами. Не оставайте, пацаны, мы выдвигаемся. Ага, вот это тачки. Жаль, что в этот раз мне досталась не золотая. Слышь, братан, откуда копы-то взялись? Да, им кто-то стуканул. А, нет, это, по-моему, не гонка, мы просто тачки доставляем куда-то. Ой-ой-ой, только бы пули бы не пробили колесо. А то ценность автомобиля сразу сойдет на нет. Я не буду слишком быстро ехать, чтобы понять, куда вы будете. О, боже ты мой. Тут улыбаются с вертолета, блин. Отстой какой. Держите руль крепче. Да я сам вижу, я не дурак. Реально попали мы с вами. Ой, дорогу загораживают. Шевелись, Луис, ты где? Да за вами я еду. Я знаю, что вы где-то прыгнуть будете. Прямой участок, газ, пол. Закрой рот и рули давай сам. О, гляди-ка, кто хочет хот-дог? Нам сейчас не до хот-дога. Абсолютно не до хот-дога. Блин, блин, блин. Не долечу, наверное. Разгон, 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 разгон. Не очень получилось прыгнуть нормально. И... еп. Ех. Отлично. Не очень удачно на первую прыгнули. Разгон слишком маленький. Хо-хо, жесть какая. Ты не видел малыша Лу, а? Когда копы завязались, он чуть не обделался. Зацени, Брюс, походу, Лу с Клода похлеще тебя, блин. Ну что, все, и мы в расчете, да? Тачки у тебя, сфига мне еще слушать, как ты гонишь глупые шутки свои. Да, само собой, Лу, не волнуйся, можешь идти, ты реально очень тупой. Ничего не понял? Да, ты спускаешь возможности, посмотри на меня внимательно, читай по губам, и я учу тебя всему. Представь себе учеником, подмастерьем, прислужником, оруженосцем. Ты всегда будешь рядом со мной и научишься вести серьезные дела. Больше никаких клубов, никаких тебе гомосеков. И ты получишь свободу, дружок. Мори, это шутка, что ли, да? Тебе надо кое-чему самому поучиться, ты сам тупишь. Может, тебе объяснить, как себя надо вести, а? Брюси, будь добр, покажи ему пример. Брюси? Я? В этом семействе у вас те самые лучшие манеры. Ты хочешь сказать, Брюси меня может чему-то научить? Это фигня. Этот говнюк.
Мори, заткнись. Это жалкое ничтожество, вот и все. Хорош, Мори, закрой пасть. Это шутка, да? О, какого фига, ты сдурел совсем, что ли? Ты же знаешь правила, я... Прости, Мори, я запамятовал. Блин, Зода, зачем ты что? Ты молодец, ты знаешь, что у меня слабая перегородка сделать. Ой, мама, не говори, только ладно. Ладно. Отвезешь меня, а? Ну что за жопа? Давай, погнали уже, блин. Еще увидимся, друзья. Да, в клубе еще где-нибудь, пока. А, как больно, что ты сделал? Ну вот, зато это ему, это тебе, блин, за то, что хвастался какой-то супер крутой, блин. Короче, куда бы нам дальше направиться? Я нашел стоянку с F620 и буллетами. Если они тебе нужны или другие тачки, позвони. Непременно. Для человека, у которого есть все. О, нига! Да заткни свою пасть, ты что, офигел, что ли? Да, спокойно, амиг, я просто тебя рад видеть. Дай пять, чувак. Ты что здесь делаешь-то? Да, это все мой отец. Мои предки строили пирамиды и все такое. Изобрели математику и все такое. И я больше ничего тут не боюсь, мне не страшно замараться. Ладно, как успехи твои? Да просто прекрасно, дорогой, все прекрасно. Когда-нибудь обо мне напишут новую Библию. Я переверну представление о роскоши. Это будет место настолько дорогим, что никто не сможет позволить себе тут жить. Все будет утопать в золоте. Знаешь, как говорят? Это у меня бриллиант в штанах. Или ты так меня рад видеть? Я напишу в рекламном буклете. Невероятная мечта, изумительная роскошь, стиль Юсуфа Амира, неприходящая классика, неприходящая классика, да, звучит круто. Как раз таки то, что людям нужно сейчас, но что ты здесь делаешь-то уже, в конце концов? Я строю все это собственными руками. Ладно, я тебе позвоню, короче, до встречи. Не торопись, друг. Можешь подбросить меня к вертолету? По дороге я тебе кое-что расскажу. Я думал, ты будешь строить все пирамиды. Да, много работы и мало веселья. Юсуфу скучно, погнали. У тебя офигенная машина, конечно. Поехали к Алкогвинному мосту. Надеюсь, нам не придется ехать в этот старый дурацкий тоннель. Не, не придется. Какое счастье. Приехали. Спрыгнешь отсюда? Занимай позицию над рельсами. Скоро увидимся здесь. Так. О, я, кажется, помню эту миссию. Миссия офигенная. Зачем я только это делаю, а? Ой-ой-ой, только бы он не взорвался рядом со мной. Отстаньте от меня. Ой, только бы он на меня не упал. И еще один. Еще один. Перезаряжай. Скорее. Ой. Какого черта я решился такое делать? Почему так тормозить все?
Ой, там что-то дымится. Пожар внутри вагона, что ли, случился? Ой, чёрт. Нет, заклинило. Мы не террористы. Так, пора отцепить этот дурацкий вагон. Наконец-то он прилетел. Приготовься к взлету. Офигенный вертолет. Наконец-то. Сделано. Эх, как печально, что двери не открываются. Взлетаем. Величайший угон в истории Liberty City. Смотри, мы круче всех в этом городе. Поставь меня наконец-то на землю. Арабские деньги, да-да-да. Я люблю тебя как брата, просто обожаю, бля. И как... Пока. Развлекайся, псих. И как же нам отсюда выбраться, если тут везде копы сейчас будут? А чё с камерой-то, алё? А, всё, копы исчезли, отлично. Он высадил меня там, где... можно. Надо выбраться отсюда и побежать именно туда, где... именно туда, где есть машины, и поймать там такси, потому что мы должны ехать... Ой, господи, это, боже мой. Нам надо ехать к Тони. Замечательный парк, но нам надо идти. Давай, выметайся отсюда, дорогуша. Господи, что за дебильные таксисты? Вот честное слово, а? И почему так все тормозит? Возлюбленная за полдень. За полцены, господи. Так, если мы уверенно войдем, мы отлично проведем время. Эй, вы есть в списке? Да? Нет. Тогда внутрь нельзя. Погоди минутку, мы важные шишки, братан, мы заходим. Да мне пофигу, кто вы такие, вы внутрь не попадете. Да мы же клиентура, мы постоянно сюда ходим. О, привет, Дес. Здорово. Тони здесь? Я не видел. О, здорово, Луис, братан, проведешь нас? Да, конечно. Дейси, заботься о них. О, отлично. Роман и Брюси. Ну, сегодня я пройдусь по щекам. Ты одну сову привел? Не бери в голову. Я пошел за бухлом.
Рад видеть вас, парни. Я пойду. Эй, погоди, можно кое-что тебе сказать? Слушай, насчет того, как ты разобрался с Морри. Я очень благодарен тебе, спасибо. Да забудь, ты не хочешь, чтобы я его убил. Возможно. Слушай, знаешь, у нас с тобой много общего, да? Ты вроде как одинокий волк, искатель приключений, крутой, без сентиментальности. Да не, я просто люблю убивать за деньги. Да, понимаю. Это просто твое, ну ты понимаешь. Ты что, охренел, что ли? Да не, я не имел ничего такого, я не гей. Вот и отлично. Да, я прошлой ночью трех отодрал уже. Ну и что теперь? Раньше, конечно, могла на крыльях каталке, она не ездит, ничего такого. Я просто проверял, да и без проблем, мне пора уже. Эй, послушай. Луис, пошли, нам пора уже. Ладно, до скорого, братан. Что? Никогда бы не подумал, что увидев тебя, подслушаю настоящим натуралом, почувствую себя. Я пропустил это мимо ушей. А, ладно, будет так лучше даже. Да, Роман ходит в этот дурацкий клуб посмотреть на девушек. А, как же Мэллори, она не ревнует у него? Они же парочка вроде бы. Так. Прыгаем в лодку. Нам нужно на Чардж Айленд, Луис. Они ждут, когда мы туда приедем. Проезжайте на частную станцию Чардж Айленд. Кстати, мне интересно, почему нет луны. Вот бриллианты, на них претендует этот Рейбл Гарин. Может, нам стоит передумать о том? У нас есть два варианта. Либо мы отдадим Рулики, либо Анчелотти нас убьют. Крисси останется в живых, а мы будем воевать. Ладно, придется походу так сделать. Вот не очень мне нравится GTA 4, что нет луны. Но, по крайней мере, я нигде не вижу луну. А вот насчет солнца, по-моему, солнце было. А может, солнце вроде бы должно быть. Но вот луны я точно не вижу. Только сейчас Сэй заметил, что нигде не видно луны. GTA 5 луна и солнце есть точно. Самое время обанкротиться. Последний шанс, Тони. Ты уверен, что хочешь отдать стекляшки? Да, разумеется. Ее отец пришьет нас, если мы это не сделаем. И вправду, это все дело проясняет. Грейси, ты в порядке? Эти уроды тебя не трогали? Она не может говорить, мы кляп ей в рот вставили. Верните ее, скоты. Хватит ее мучать. Давайте сюда товар. Давайте сюда, Грейси. Я пришел за тобой, дитя. Давай стекляшки. Ладно, успокойтесь, пожалуйста, вы оба. О. Давайте мы положим камешки посередине, отойдем. Потом вы отпустите нам девчонку. Мы уедем, а вы заберете брюлики. Окей? Ясное дело. Покажите товар. Иди ко мне, дорогуша. Отпусти ее. Мистер Болгарин.
Никто и не сомневался, что он сюда приедет. Эй, ты в порядке? Черт! Ты в норме? Ты почему не пришиб их нафиг? Ничтожество, Дэй. О, господи! Давайте, пора уходить отсюда. Черт, промахнулся. Пригнитесь. Загрузка, загрузка. Грузись быстрее, блин. Сбрось нафиг этого козла. Не тупи, Тони. Тебя не слышат. Так. Паки и Нику там борются с русскими. Так. Грейси, заткнись, а. Мы и так натрепались из-за тебя. Да ты клоун просто. И тебе, и твоему гею крышка будет теперь. Эй, зачем ты даму-то ударил? Дамы так не разговаривают, Тони. Она нас сама чуть не убила своими делами. Надо было дать ей пару таблеток. Ай, да ладно, я все съел. Очень смешно. Может быть, ей, если надоест стать наркоманом, ты юмористом станешь нормально. А, он вырубил ее. Жалко, что мы это не разглядели нормально. Что происходит? Ты вернул Грейси в целости и сохранности. Надеюсь, она стоит 2 миллионов. Ты ударил ее, да? Издержки производства, лодочку качнул. Донеси эту мысль до ее старика. Ладно, ладно, окей. Ой, жесть. Жесть, 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 жесть. Ладно, ждем. Когда появятся следующие миссии. Это точно, это еще не все. А это, наверное, остались 2 последние миссии, наверное. О, Тони. Тони? Лу, ты слышал? Наша жизнь конец? Нет, нет, город закрывает наши клубы. Как это? Вот козлы, а? Мы закрутились и забыли. О, ладно, может оно и к лучшему. Будет время, чтобы разрулить проблемы с гангстерами уже. Надо, чтобы все наладилось поскорее. Деньги нам еще не светят. Будет только хуже. Мне опять нужен кокс. О, ты бы лучше бы завязывал с этим. Рокко! Рокко! Луис Лопес. Ну и что хорошего ты мне хочешь сказать, Рокко? Давай на чистоту, Джек. Мы в полной заднице. Русский миллионер со стариком скорешился на тебя и твоего гея. Не для того, чтобы вам похвалить. И что нам с Тони делать? Давай на минутку забудем про него. Встретимся с тобой и глянем винны целого, вроде здесь, возле сортиров. Ладно. Рок-рок-рок-рок. Блин, зачем я спрыгну? Тут высоко же. Окончательный выбор. Я так им сказал, раньше бы такого дерьма бы не случилось. Что такое? Вышли на свет, я смотрю. Пошел бы ты нафиг, а. Вы что здесь делаете, на прогулку вышли? Да, очень смешно. Знаешь, мистер Анчелоди до сих пор уверен, что Грейси похитили из-за этих дел с бриллиантом. В общем, ты привел хвост в клуб, я не понимаю.
Зачем слабак спускать? Эти узкоглазые до сих пор точат на зубы. Да, это неудивительно. Какая разница, в конце концов? В общем, русский заявился к мистеру Анчелотти и сказал, что ему нужны головы тех, кто занимается бриллиантами. Старик кончить зол, ему Грейси с китайцами не хватало с головой, он хочет крови. Думаю, мы можем договориться, если выдадим ему одно тело. В общем, ты понял? Или ты, или Тони. Один из вас должен сдохнуть. Мы с Винсом предпочитаем работать с клубом, а не с тобой. Пришьешь, Тони. Получишь клубы. И нас как партнеров. Или так. Или русский отправит серьезных ребят за тобой и за гомосеком тоже. И разрешение Анчелотти. Вас обоих шлепнут. Да. Ты очень круто замахнулся. А ты неудачник, работаешь с какими-то молокососами. Я не стану Тони убивать. Но может быть я вас обоих пришлю. Ну тогда ты сдохнешь. Ты и твоя семья, эти бараги-латиносы, с которыми ты тусишь. Вы все покойники. Это твой выбор. Мы ни при чем здесь. Пошел ты. Подумай как следует, я буду на связи. Латинос, чертов. Мизана 9. Серьезно, вы предлагаете мне убить Тони? Так. Yo, L, what's happening? Stuff got weird with Tony, Des. There's some really bad shit that might be about to happen in there. Okay, boss, I'll be in security room if you need. О, вот ты где. О, слава богу, Луис, ты здесь. Эти козлы. Поговори с ними, скажи, что мы все уладим. Все не так просто, Тони. Да ладно, у нас будут бабки, мы раскрутимся. Сделаем ремонт, сменим бренд. Я умею зарабатывать, умею выживать. В этом бизнесе я. С 1907. О, какая ирония. Скажи ему, Луис. Тони, друг. Что? Наши дела в полной заднице. Эти парни, зря ты у них деньги отдал живо. Теперь кто-то должен своей жизнью, понимаешь? Латинос теперь с нами. Вы что, офигели? Времена меняются, Тони. Твоя обязательная клубизна скоро поиздержалась. Кто-то должен оплатить ущерб. Держи. Давай. Прости, приятель. После всего, что было... Да, прости, Тони, ты... Ты был мне как брат. Но мы... Но если ты... Мы все... Сюда идут русские, хватит уже этих разговоров. Прихлопни его уже. А знаешь что? На, вот тебе. Ты охренел, что ли? Я передумал, я пошутил. Ты только что подписал себе приговор. Русские поимеют всех, они вас найдут. Старик вас найдет, вы покойники. Они вот-вот появятся. Лучше их не расстраивать. Спокойно, Лу, они из мафии. Пошел он в задницу. Ладно, уходим отсюда, Рокко. Ты остался жив только ради старика. Ты сдохнешь. Вон из моего клуба, дебил. Думаю, ты правильно поступил. Да что ты говоришь? Надо было меня пристрелить, да? Если мы хотим оставаться на плаву, нам надо что-то придумать. И что ж теперь? Не знаю, слышал, он сказал, русские идут. А, в атаку. Пора выпустить ракету. Нет! Не туда! Выстрелил я, блин. А их, оттуда их не получится убить. Их слишком много. Да выйди отсюда из укрытия дурацкого. Может мне спуститься? Может попробовать вниз пойти?
Нет, 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 нет! Нет, стрелять только оттуда придется, потому что они убьют Тони. Ай, слишком много, я так не могу. Десси, ты спятил, что ли? О, наконец-то. Там целая толпа еще прибывает. О, попытка номер 73. Не туда спрятался. Нифига себе. О, очень хорошая была идея бросить эти гранаты. Вау, вау, вау. Они на мотоцикле. Блин, один спрятался, и я не могу достать до него. Так, вроде все чисто. Выходи. Ты хотел убить меня. Ты меня чуть не прикончил. Да какая разница, мы выжили, мы их замочили. Кого ты замочил? Пару тупых шестерок? Этот-то еще главный жив. Собираю вещи и уезжаю из города. Посреди пустыни куда-нибудь. Приятно было с тобой познакомиться. Да не тупи. Я все равно тебя найду. Вот дрянь-то, а? Фух, жесть какая. Депортация. Последнее задание. Привет. Иди нафиг, Луис. Да ну, мы разве не разобрались с этим? Да ты хотел убить меня. Далеко не единственный в своем стремлении. Все, кончено. Я хочу уехать отсюда подальше. Хватит с меня, я и так уже пожил. А, да заткнись ты, гей, истеричка, соберись. Да, я не дурак. Русские головорезы хотят меня укокошить. Лучший друг только что собирался убить меня. Крупно задолжал, и вдобавок, как будто лишился кучи бриллиантов. На пару миллионов. Любой другой лишь... Слушай, короче, мне очень жаль, я не хотел тебя убивать. Да пошел ты нафиг. Да это, ты нафиг иди. Я тебя не убил, я только думал, почему ты не стал бесполезен. Я же тебя не убил. Мы вдвоем теперь против всего мира. Если у тебя мозги отказывают, я буду принимать решение за нас обоих. Либо булгарин, либо мы. Если хочешь упростить ему жизнь. Ай. Ты типа умный такой, да? Я тебя нанял именно потому, что... Да. Спасибо. Я друг. Так ты идешь? Да-да, я иду. Пошли. Погнали. Поговаривают, они перевозят крупную партию героина в Лунапарк Флай Айленд. Значит, болгарин там? Давайте пойдем и грохнем его. Так, вот здесь, в Хоув Бич. Счастливо тебе, Тони. Пора приготовить оружие.
Дмитрий Раскалов мертв. У Тимура и мистера Рэй теперь серьезные обороты. Только мы теперь будем торговать наркотиками. Так. Да где еще? Я не вижу больше. Отличный счет. Какая полезная пушка, блин. Тимур, где ты? Маскируйте героин под удочки. Еще на другой стороне, наверное, есть. Ой! Новые появились. Так, где еще? Блин, дымит, я не вижу ничего из-за дыма. А там их довольно много. А, нет, есть. Я думал, нет, она не есть. Блин, кончилась пушка, ну ладно. О, броня тут есть, оказывается. Эй, где еще есть? Выходите! Где Булгарин? А? Отвечаете, блин. Блин, а чё она не взрывается? Она пустая, что ли? Ну уже, давайте, где вы?
Да господи. Вот я слышу, стреляют, а где я не вижу. А, вот. На, зараза. Так. Там еще две утки есть. Ну все. Мистер Рэй улетает, красавчик. Тебе уже его не догнать. Да пошел ты. Думаешь, он о тебе забудет? Ты и твои дружки покойники. Ну конечно, Тимур. Еще чего. Убейте Тимура и доберитесь до аэропорта за 2 часа. Я всегда говорил мистеру Рэю, что ты слабак. Но ты знаешь, моих сил хватит, чтобы тебе задницу надрать. Не очень-то это гостеприимно. Вы слишком часто меня убить все пытаетесь, а? Время вышло. Так, где выход отсюда? Часа два, наверное. Это тупик. Наверное, уже часа два записываю. Реальных 2 часа, в смысле. Погнали. Алло. Луис, что у тебя там? Не могу говорить, братан, у меня тут все вышло в задницу. Я помочь могу. Да ты ничем не поможешь, Юсуф. Если этому долбанутому русскому удается улизнуть из страны, то у нас все кончено. Мне нужно проехать по автомагистрали Дюкса. Там полный русских, которые замочить меня хотят. Пожелай мне просто удачи и все. Да что такое, а? Луис, не бойся, Юсуф уже здесь. Ого, ну ты и псих ненормальный, конечно. Ага, отлично. Помощь Юсуфа очень полезная. Давай, стреляй еще. Ха-ха, что-то в этот раз не получилось. Ракета долетела. Да, ракета упала сюда, а их машина взорвалась там. Небольшой глюк произошел. Но ничего. Они упали с моста, походу. А, вот и аэропорт. Автомагистраль Дюкс. Ты крутой, Лопес, надери им задницу. Пожелай мне удачи, давай. Так, вон в том самолете, по-моему. Так, он сейчас повернет еще. Я помню, что он поворачивает.
Так, чуть-чуть снижаем скорость, чтобы не упустить его потом. Нет, 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 не заносись. О, нет. Теперь придется разгоняться заново. Давай, давай. Он сейчас улетит. Он сейчас улетит. Скорее, 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 скорее. Есть. От меня не уйдешь. Куда ж ты вылез из укрытия? Не вылезай. О, я надеялся, что мы встретимся, Луис. Да, я тебя искал. Ты решил уехать, не попрощавшись, да? Я все равно собирался вернуться, чтобы с тобой потом покончить, блин. И рад, что ты вернулся к своему хозяину, блин. Я не понимаю, каким местом я думал, когда связался с тобой, козлина. Да ты клоун, у тебя денег хоть. Ты все равно... Да я все равно с тобой могу справиться, дебил. Посмотрим это мы еще. У меня гранаты. Если ты убьешь меня, хана нам обоим. Ты не выстрелишь меня, самолет весь летит на воздух. Я, пожалуй, рискну. Так, она только тебе, а не нам обоим. Работы платит все реже. До свидания, болгарин. Прилетели. Извини, папаша. Давай, поднимайся, вставай. Все в порядке? Да-да, спасибо. Береги себя, держись подальше от кретинов вроде меня. Иди в жопу. О! Ура! Ты обязательно устраиваешь такие сцены. Да, я знаю, это серьезная проблема. Я хотел быть похожим на тебя, скромным таким, застенчивым. Боже, я играл здесь, когда был маленьким. Мечтал об огромном мире. Думал, каково это жить вон там или на том островке. Я переехал вместо этого в Алкаквин. Ждал, когда мир сам ко мне придет. Тебе удалось? Это тебе удалось. Ты спас мне жизнь, ты спас наш бизнес. Тебе все удалось. Да, я просто сделал, что мог. Я горжусь тобой. Спасибо. Только не важничай. Я не хочу, чтобы ты изменился, стал суперзвездой, переехал в Вайнвуд, завел блог и так далее. Да ты старый гей-наркоман, а я маньяк-убийца. Но мы выжили. Мы выжили. Мы не просто выжили, мы поднялись. Мы бросили вызов этому городу и выиграли. Бросили вызов этому месту. Идите все нафиг. Мне плевать в то, что скажут. Тони Принца и Луиса Лопеса не остановить. О, кто это? Чё, как дела? О, здорово, чувак. Ты уцелел. Там была гангстерская разборка. Мочканули мы их, да? Давай, Тони, обними меня. Ну же. Только не прижимайся. Не хочу, чтобы мой папаш о тебе думал.
Луис, я обожаю тебя. Просто обожаю. Да, я тебя тоже. Я всех вас обожаю. Идемте, ребята. А, думаю, мой старик не против получить лицензию на клуб. Нет никаких лицензий. Клуб — это прежде всего люди. Да фиг с этими людьми. Давай, просто насы на них, на всех. Да, с таким подходом далеко пойдешь ты. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошло к концу это дополнение и четвертый сезон. Что могу сказать? Дополнение интересное, много чего нового появилось. Сюжетец неплохой. Так себе, конечно. Дальнейшая судьба Луиса Лопеса неизвестна. Но известно то, что в GTA 5 в 2013 году один из злодеев, вот этот вот Рока Пелоси, был убит Майклом за избиение Соломона Ричардса. Ну что ж, на этом все. С вас лайкос, подписывался, с меня эпичные видосы. Скоро будет пятый сезон по GTA 4. Он называется «Пропащие и обреченные». Подписывайтесь на мои запасные каналы и на группу ВКонтакте. Всем пока!